Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о кроссовках. Сегодня у меня есть кроссовки ASICS. Это беговая модель ASICS Kinsey 4. Сразу скажу, это не оригинальные кроссовки, это из Китая. Это и так понятно. Но они отличаются от оригинала. Но, скажем честно, немногим. Итак, ASICS Kinsey 4 – это кроссовки для профессиональных бегунов. Тут есть система, которая поддерживает ногу во время бега. Вот эта часть, она вообще не сгибается, как бы. Очень-очень плотная, она держит ногу, чтобы вы ее не подвернули во время бега, она очень плотная. Это как бы отличительная особенность именно этой модели. Также на пятке есть такой мягкий материал, который хорошо амортизирует. Также тут присутствует технология Flywire. Она идет от петли шнурка и вниз. То есть, когда вы затягиваете шнурки, ваша нога более плотно садится. И вы более комфортно чувствуете себя при беге. Почему я еще заказал эту модель? Потому что мне очень понравилась сеточка в передней части кроссовка. Она такая крупная и очень мягкая. Вот как выглядит подошва этого кроссовка. Как вы видите, вот в этом месте присутствует голограмма. Поближе покажу сейчас. ASICS меняется на другое слово. Так, вот так они выглядят. Есть другие расцветки, более яркие, более цветные. Это одна из самых консервативных, как ни странно. Вот, видите, гель. ASICS. Изнутри вот. Это даже сделано не в Китае, а во Вьетнаме. Вот. Что еще хотел сказать, что я их заказал себе 43 размер. Он пришел 41, если не 40. То есть они маломерки идут. Придется заказывать еще одни. Цена таких кроссовок 550 гривен. До следующего обзора.